Писатель, шахтер, спортсмен и охотник, всерьез увлеченный фотографией, а еще душа компании и отличный семьянин. Родные и друзья знают и помнят Вениамина Николаевича именно таким. Он написал множество повестей, рассказов и очерков. В его арсенал увлечений вошли и рифмованные произведения. В ноябре 1961 года Луганское областное издательство выпустило первую книгу Вениамина Николаевича «Родная земля». С тех пор, не прекращая работать в шахте, писателям еще были написаны 7 книг. «Если верить», «Подземные грозы», «Нелегкие хлеба», «Старая любовь», «Пора сенокосов» и «Лесные диковины». Но и сама биография Вениамина Мальцева похожа на захватывающую книгу. О нелегком жизненном пути писателя с гордостью и грустью вспоминает верная спутница жизни, любящая жена Мария Ивановна. Они прожили в счастливом союзе 31 год, пока тяжелая болезнь не оборвала жизнь Вениамина Николаевича. В его кабинете все вещи до сих пор остались на своих местах. Мария Ивановна в знак светлой памяти принципиально ничего не намерена здесь менять. Вениамин Мальцев оставил после себя богатое наследие, благодаря которому дети, внуки, правнуки и многие, кто знаком с его творчеством, учатся понимать жизнь, любить родную землю, трудиться верой и правдой.